Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Монстры против зомби». Так, апгрейд, у нас с тобой 2000 монет есть. Может быть, нам прокачать лучника? Он, в принципе, неплох. Так, бесплатно. Можем еще качнуть. Итого у нас, получается, будет... будет сколько атаки? Ну-ка... А, не хватает пропустить. 19 получается, да? 381 монетка. Мне даже ни на что не хватит. Ни на ледяную бомбу, ни на лава-бомбу, да? Спешл. Надо было мне купить траву, ё-моё. Отравляющая ловушка, 1200. Ладно, фиг с ним, я думаю, заработаем еще. Ну что, друзья, 12 уровень. Нет, я все-таки оставлю лучника. Оставлю лучника. Так, так, так. А без этого парня нам как бы... Хотя, в принципе, все у нас есть. Да, у нас команда укомплектованная. Ну, что, я готов, в принципе. Так, что ты мне опять тут жабаненок втираешь, а? Втирает он мне здесь очки. Подожди, а где? Где мои бойцы? Так, ну я понял. Мега-балл. Мега-мяч, мега-шар. Мега-шар, да. Я уже понял. Ну вот зачем вот мне надо было его сейчас юзать? Все, всех раздавил, да? Молодец. Так, жабанёнок нам сказал, что мега-шар этот может бомбить практически всех. Опа. Холоп вышел. Используйте как можно чаще свой вот этот каменный валун. Я вот зря, наверное, всех выкинул, ребята. Из отряда, да? А ну-ка. Ну с этим, блин, вот тут главное мага вот этого бомбануть. Не бомбиться, не шиша. Ох, куда, куда столько-то? Эй. Блин, тут еще огненный там. Так, давай сюда, наверное, бросим ледяную, во. Сейчас должно сработать замечательно. Так. Давай, мелкие рыцари, бежим. Да что ж такое, там хил, ё-моё. Я думаю, чё мы не можем их пробить? Да потому что там хиллер мешался. Отдайте мне мои бананы. Заморозку? Давай закинем ее сюда. Сейчас, они не пройдут. Это я тебе точно говорю. Они повыпендриваются здесь, но далеко не сунутся. Все. Так, ну что, здесь мы прошли. Блин, надо все-таки, ребята. Да ладно, мне разрешили сохранять прогресс. Спасибо вам большое. Так, друзья, коннект у них почему-то не работает. Не знаю, я 4 раза пытался законнектиться, но мой прогресс не сохраняется в Google Play. Ладно, может быть, потом починят. Ну что, у нас 13-я миссия. Тут какой-то у нас, я не знаю, то ли слон, то ли кабан, кто это вообще. Монстр Раш, я опять забыл взять в команду себе бойцов, молодец. Рэй, давай вот так же дальше продолжай, будет тебе счастье, ё-моё. Далеко так мы уйдем с тобой, конечно. Тем более рядом замок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же так-то? Блин, я же бульдогов этих вроде бы прокачивал. Почему они все равно по-прежнему ватные, а? Так, огненный идет. Огненного надо остудить. Хе-хе. Давай, давай, ребятушки. Бежит. У него сзади щит еще. Ты хорош там колдовать. Я что, тебя не вижу, думаешь? Ай-яй-яй. Ну вон же он. Их там два, к тому же. Так, дело не пойдет, надо их срочно запинать. Это только одного, да, убил?
Так, эть. Отлично. Так, сюда бросим заморозочку. Бомба-заморозка, ребята, вот этих вот остужает огненных. По-моему, прошли, да? Или не прошли? Ну, вроде бы как все. Да, ребят. Так, мы с тобой получаем что? 4-й уровень и еще один бриллиантик. Так, нет, надо мне вернуть в команду моих бойцов. Смотри-ка там какой чувак. Что это такое? Не знаю. Где мой отряд? Так, у нас 2700 монет. Можно мне прокачать? Так, погоди-ка, я лучше не прокачать. Я хочу купить Poison траву. Poison с ловушку, точнее. Экстра шот. Откроется. Непонятно, что это такое нужно. А, уровень, наверное, 19-й. Это 20-й, я понял. Так, прокачиваем тогда вот эту вот. Апгрейд. За 0. И вот здесь вот. Отлично. Так, здесь прокачать можем нашего спартанца, да? Ну что, берем тогда раз и два. Ну что, поехали? Там у них, смотри, летающий какой-то с молниями будет. Ох ты. Так, смотри, говорит, он прикрывает себя щитом от атак. То есть лучник, мне кажется, бесполезен будет, да, против него. Так, а если мы бомбы? Он зато слаб к бомбам. Точно. Слабак. Хочу вызвать вот этого чувачка. Давай, родной. Покажи, почем фунт лиха. Лучнички, не спим. Ну? Все равно какой-то он слабый. Ну как слабый? Не такой уж и слабый. Долго он здесь выпендривался, я смотрю, у нас. Это я все заберу. Пробили. Огненных, очень много огненных. Так, а если мы заморозку с тобой закинем туда? И бомбу. Все. Легче легкого. Ага, тут еще один. Так, надо ждать, пока не выйдут оттуда. Давай, давай, выходи. Выходи оттуда, маг. Колдун плешивый. Ах ты, зараза, что творит, а? Давай-ка бомбу ему на голову. Все. По-моему, это был последний, да, ребят? Ох ты, торпеда. Так, таранит монстров. Хм, таранит. Он, интересно, бесплатный или платный? А ну-ка, глянем сейчас. Твою налево глянули, блин, а. Он на автомате нам, что ли, доступен? Сейчас протестим. Ну-ка. А где он? Вон он бежит. Бежит. Проверим сейчас, как он будет таранить. Ну, так себе таранит. Ну, щитовика пробивает.
Щитовика пробивает, тут не поспоришь. Так, секундочку, сейчас попробуем. Вот так и вот так. Блин, ты даже не добиваешь торпеда. Тебя сносят быстрее, чем ты успеешь подбежать. Так дело не пойдет. Ну-ка, вот этого она сможет пробить? Сейчас глянем. Ага. То есть одного противника сбивает и после погибает, да? Получается, так и есть. Ясно, будем знать. Ну что, тогда двигаемся дальше. Кто у нас там? Сохраните прогресс, я уже пытался, не получается у вас сохранить прогресс этот. Слушай, это какие-то у нас тучки. Если проходим этот уровень, нам дадут метель. Я так понимаю, это метель все-таки там была. Какие же слабые бомбы, а? Так, заморозился, да? Стоит там, дергается. Стоямба. Так, минус маг. Я хочу просто сейчас еще немножко себе побольше бананов взять. Для того, чтобы мы могли призвать каменного голема. Так, этого попробуем сейчас сбить. Так, бананы. Голем, выходи. Слушай, ну лучники хороши против скелетиков вот этих, тут уж не поспоришь. Вот маг раздражает. Так, каменный голем идет. Четко. Все. Да. Близзард. Метель. Метель нам нужна. Насколько помню, в Дино Бэш она замедляла противников, да? Тут у нас даже тройные будут бомбочки. Ух ты. Погнали. Так, мы уже 5000 с тобой накопили монет, так что можно улучшаться, в принципе. Да ты бежишь, а? Вот, вообще шикарно. Магистр кислых чай, иди ты знаешь куда? Так, о, совсем другое дело. Сейчас мы его на голову скинем. Тебе щит не поможет, я тебе говорю, не поможет тебе твой щит. Может, заморозим? Нет, не заморозим. Ох ты, этот паршивый маг, вот он сильный был. Теперь просто вот так вот закидываем. И все. Ах ты, опять вышел, ты посмотри, а, на него. Бомбим, 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 без остановки. Друзья мои, без остановки их уничтожаем. Все, по-моему, да? Или кто-то еще собирается пойти? Еще идут. Замерз. Угу. Накумарили. Ну, тут легко. Тут было легко. Торпеда. Тут прям показано, как будто он бежит, там всех сбивает с ног, и все, ему пофиг. Апгрейд. Апгрейд, я, наверное, увеличу замок. По хпшкам. Так, пускай там прокачивается. Здесь прокачаем еще лучника. Ждать, конечно, 3 минуты, но это не так уж много. И вот этого пропускаем.
1800. У меня нет столько денег. А торпеду нужно купить. Все, теперь мы его приобрели. Теперь он у нас будет. Так, соколиный глаз какой-то здесь. Метор и Фризеус. Зевс, что ли, типа Фризеус. Так, я готов. Я готов. Опа, а почему это у меня две бомбы? Смотри. Ха. Мне доступно две бомбы. А, две бомбы-то у меня доступно, а этих-то нету. Бойцов-то у меня нету. Вот они как решили, да? Чтобы я тут чисто бомбочками, что ли, отбивался, но это будет сложно. Вообще никакой помощи нет, прикинь. Это плохо. Это очень плохо. Так, ну мы пока сдерживаем вроде бы, да, натиск врага. Минус носорог. Ох, сколько их тут бежит. Там еще и маг. Мага в топку, правильно, так и надо. Этот у нас идет под защитой. Сюда скинем. Как он тяжело разбирается, а? Вот именно в шлемах, они тяжело разбираются. Так, там еще не конец. Еще далеко не конец. Да. Вот разрывная бомбочка очень хорошо на него действует, я смотрю. Так, если я вот так вот сделаю. Не вышел мой фокус, к сожалению. Блин, я и не попадаю. Че, проигрываем, что ли, получается, да? По ходу дела мы проиграем здесь. Эх, хе-хе-хе. Это, видимо, последнее. Если вот этого заморозить бы как-нибудь. Так, заморозился, да? Так, давай ему на голову. Ну. Так, а теперь вот этого. Ну, пошел-то. Ну, господи, есть. Да ну, нафиг, опасно такие миссии-то, да, друзья? Забомби называется одними бомбами. А там, смотри, там дальше пойдут катапульты. Вот что я тебе хочу сказать. Ух ты. Тройные бомбочки. Блин. Может быть, нам вместо этого взять вот этого? Ну, попробуем выстоять. Хей! Хей! Так, секундочку. Типа я его там не видел, да? Что он там спрятавшийся был? Ух ты, валун, на халяву, считай, выбили. Слушай, он любого вообще, по-моему, сносит с удара. Кого не заденет. Вот что я тебе хочу сказать. Так, бананов побольше сделаем. Так, опять этот колдун, а. Да ты да заколебал ты уже, колдунишка, а? Давай вызывать. Пускай выбегает.
И чем больше их, тем лучше для нас. О. Сейчас одного за другим просто будем чпокать, и все. Ну, чего ты встал-то? Я уже обрадовался, думал, что все. Ага. Еще есть у них тут враги. Блин, маги, как вы заколебали, а? Стоят в своей норе и не вылазят. Давай, забрасывать их. Так. Еще вызовем одного. Ну так что, там будет кто-нибудь еще или нет? Нет. И мы с тобой получаем много бомб, короче, 3 бомбы сразу будем скидывать. Так, ну что, у нас получается 20-я миссия. 20-я миссия. А что это у нас тут такое разыгрывается непонятное? Ладно, попробуем. Так, у нас ячейка, что ли, одна? Или это мне так... Ага. Я, наверное, уберу вот эту бомбочку и поставим вот так. 3 бомбы лучше, чем одна, согласись. Давай проверим, как это работает. У-ху-ху-ху-ху. Все, понял. А работать это должно отлично. Да, работать это будет просто прекрасно. Мы их просто засыпаем градом бомб, а если их еще и прокачать. О-о-о. Так, слушайте, ребята, что за кустарники идут? Я помню такие кусты. У нас по игре в Дино Бэш. Мы знаем прекрасно, что это чистая воды пародия именно Дино Бэша. А, ну вы просили поиграть в нее, так что вот играем в нее. Так, а маг не падает, да? Сразу. Я думал, одного заряда будет достаточно, но получается, что нет. Недостаточно. Ладно. Игра, кстати, уже накаляется, уже не так все просто и легко, уже какие-то пошли тут злодеяния, враги новые. Так, тихо. Бомбу бросаем. Так, бананы отдайте мне, пожалуйста. Мне бы хотелось еще бы качнуть немножко. О, а тут лучники могут подбивать кустарники. Это круто, потому что в Дино Бэше нельзя было, да? Пока не раскроешь. А раскрывали мы их обычно только одним вариантом. Ядовитые бомбы. Есть. Так, друзья мои, экстра-шот. Экстра-шот, я так, насколько могу понимать, это дополнительная ячейка, скорее всего. Апгрейд. Такс. Вот торпеду я не могу, к сожалению, апгрейдить. Что очень-очень жаль. Так, бомбы. Вот, видишь, экстра-шот. А вот бомбы я куплю. Мало того, что куплю, я еще и апгрейдить хочу. Также ледяную. Замечательно. И вот эту разрывную тоже надо мне прокачать. Спешл, а что у нас тут? Слушай, а почему я не видел, где у нас вот эта вот травушка отравляющая? Смотри, здесь вот это можно приобрести. И вот это. О. 1000 остается. Что я могу за 1000? Ничего, друзья, ничего не могу прокачать. Короче, смотри, на 24-м. Сколько? 87-й уровень, нифига себе. 24-й, 35-й, 87-й. То есть тут еще, блин, пыхтеть и пыхтеть получается, да? Ну да, так точно. Так что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.